Здравствуйте, я мама Мухаммеда, ему 5 лет, он не разговаривает. Нам ставят диагноз задержка психоречивого развития с элементами аутизма. После, это мой первый видеоотчет, после встречи с Давидом, после наших сеансов Мухаммед заметно улучшился. Он в поведении, на занятиях нас стали хвалить, начали спрашивать, куда вы выводите, что вы делаете. Он намного стал лучше, стал выполнять инструкции, то есть заметнее лучше стал. И в садике, и на занятиях мы ходим на логаритмику, психологу и логопеду. Вот они все отмечают, каждый раз на перебой выходят и говорят, он заметно лучше стал. Помимо этого, когда я его заводила на занятия, он не хотел заходить, бросался на пол. А сейчас он с удовольствием заходит, раздевается, тут же сам забегает и я радуюсь, не на радость. Я хочу поблагодарить Давида. Спасибо вам огромное, что вы тратите на нас время, силы. Я не знаю даже, как вас отблагодарить. Дай Бог вам здоровья, счастья вам и вашей семье. Всего хорошего. Спасибо.